Так, здравствуйте, товарищи. Начинаем наше занятие сегодня. Тема у нас сегодня — борьба за заработную плату. Но поскольку у нас политические аспекты, политические составляющие социально-трудовых конфликтов, то и здесь мы должны не просто говорить о борьбе за зарплату, а где тут есть какой-нибудь политический аспект. И вот для того, чтобы его найти, надо очень строго выдержать определение, что является заработной платой. Значит, как нам эту проблему решить? Что такое заработная плата? Какие есть мысли? Заработная плата что? Меня спрашиваете? Да. Как вы бы ответили на этот вопрос? Вознаграждение за труд. Вознаграждение за труд. Вы ответили так, как написано в Трудовом кодексе. Ну, Трудовой кодекс вообще это не научное произведение. Так что там искать научных определений вряд ли надо. То есть это, так сказать, фигурально выражаясь. Вознаграждение за труд. Если бы вам выдали вознаграждение за труд, то есть, вот вы трудитесь, вас за это вознаграждают. Или наоборот, тем, что вы трудитесь, вы вознаграждаете тех, на кого вы трудитесь. Как вообще-то на самом деле обстоит дело в экономике современной? То есть я тружусь, скажем, 8 часов. За 2 часа я делаю тот продукт, который эквивалентен моей тому, что я получу. А остальные 6 часов поступают к тому, кто является собственником средств производства. Ответьте на вопрос, кто кого вознаградил. Все друг друга вознаградили. Ну как другу? Нет, тут есть вот обмен эквивалентов есть. То есть обмен эквивалентов всего на уровне 2 часов. А безэквивалентно сколько получено? Ну, это уже другой вопрос. Как другой? Как другой? Я вам дал свой труд, так? Как вы говорите? Труд. Так, 2 часа. Этот труд превратился в определенные там машины, оборудование, продукты, товары, да? И вот 2 часа эквивалентны, вот эквивалент двум часам моего труда выдан мне обратно в виде заработной платы. Так? А что остальное? Остальные 6 часов. Это награда. Кто кого наградил? Ну, естественно, в рамках рыночной экономики. Работник. Работник наградил работодателя 6 часами труда. Правильно? Значит, вознаграждение за труд, за то, что я трудился, еще и вознаградил вас. За то, что вы мне предоставили возможность на вас трудиться, я вознаградил вас 6 часами дополнительного труда. Ну вот я думаю, что мы вот с такой идеей о вознаграждении за труд далеко не пойдем. Дело в том, что и вот Маркс, который этот вопрос исследовал в свое время, он тоже долгое время никак не мог выбраться из вот такой проблемы, что если говорить о том, что приобретается труд, то получается там какой-то неэквивалентный обмен. А надо все-таки рассматривать нынешнее хозяйство товарное как такое хозяйство, в котором идет обмен эквивалентов. Какие эквиваленты идут? Вот какой товар продает работник? Действительно, как эквивалент. Продает товар по рыночным законам, по законам товарного хозяйства. И вот в этом состояло очень крупное открытие Маркса в том, что работник продает работодателю или собственника средств производства свою рабочую силу. Такой товар, который называется рабочая сила. У каждого товара есть стоимость и потребительная стоимость, правильно? Какова стоимость товара рабочей силы? Как и всякого товара, стоимость этого товара определяется затратами на его производство. Но чтобы произвести рабочую силу, надо воспроизвести работника и членов его семьи. Правильно? Постоянно воспроизводить. Поэтому затраты на воспроизводство работника и членов его семьи и составляют стоимость рабочей силы. Теперь каждый товар имеет потребительную стоимость. А в чем потребительная стоимость товара рабочей силы? Потребительная стоимость товара рабочей силы, что он может создавать стоимость. Правильно? То есть я, скажем, если я являюсь собственником средств производства, я вас нанял,
потому что вы можете создавать стоимость больше, чем пошло на ваше воспроизводство. Правильно? На ваше воспроизводство пошло 2 часа, а вы можете создать стоимость, в которой заключено товар, в котором имеется стоимость 8 часов. То есть 6 часов сверх стоимости рабочей силы. И тогда что получается? С одной стороны, эквивалентность. Я у вас товар купил, вашу рабочую силу. Это что значит? Что я могу в течение 8 часов использовать каждодневно, если 8-часовой рабочий день. Да? И если я его купил, то это вообще не ваше дело, как я им распоряжаюсь. Кто распоряжается на производстве тем товаром, который я купил? Если я вашу рабочую силу купил, я пишу приказы, пойти туда, сделать то, сделать все. А вы эти приказы выполняете до какого времени? До того времени, когда пока не заканчивается рабочий день. Если речь идет о обеденном перерыве, обеденный перерыв – это чье время? Это время, которое является свободным у работника, внерабочим. Поэтому никакой администратор не может командовать, что человеку делать. Хочу – ем, хочу – не ем, хочу – читаю, хочу – гуляю и так далее. Точно так же, как за пределами рабочего дня, до рабочего дня и так далее. А вот если мы договорились, что я у вас покупаю вашу рабочую силу на 8 часов, то и раз мы договорились об этом, то значит, дальше считается, сколько нужно потратить труда, чтобы эту вашу рабочую силу воспроизвести, этот товар. Для этого нужно затратить, скажем, грубо говоря, 2 часа, в общем, а вы создадите товара на 8 часов. Вот это разница. 8 минус 2. Как называется? Прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость. Вот ради этой прибавочной стоимости и ведется современное капиталистическое производство. То есть тут есть при продаже товаров никакого прибавления стоимости не получается. Если я обмениваю один на другой товар по стоимости, то здесь просто вместо одной формы появляется другая форма. Я могу сюртук менять на утюги, утюги на пироги, пироги на какие-то машины и так далее. И здесь каждый раз идет производство по стоимости. Я могу купил по стоимости вашу рабочую силу, потом эту рабочую силу использую. Поэтому надо вот запомнить, что такое, что продается работниками. Работники, лишенные средств производства, то есть совершенно свободные. В чем смысл капиталистического способа производства, скажем? Есть люди, обремененные средствами производства, не свободные. Им нужно их охранять, поддерживать, ремонтировать, да? Хотя это накопленный труд. А есть люди совершенно свободные, у них никаких проблем нет. Поскольку они совершенно свободные, они без всяких проблем гуляют, пока не захотят кушать. Когда захотят, они приходят, говорят, нельзя ли у вас поработать? Говорят, пожалуйста, только у нас денег мало. Так, говорит, ну, конечно, смотрите. Нет, говорит, нам не подойдет такой. Ну, идите еще погуляйте. Вы погуляете еще немножко. А поскольку долго не прогуляешь без еды, то в один прекрасный день вы придете и скажете, ну ладно, все делать, давайте, я иду, согласен. И работник соглашается на какие-то условия. Значит, Маркс в «Капитале» решал очень крупную теоретическую проблему. Не вот тот случай, когда кто-то кого-то обманывает. Дескать, вот там работодатель обманул работника, или работник там как-то нагрел работодателя. А когда вот все, если идет только строго по стоимости, может тогда быть прибавочная стоимость? Может, потому что тот товар, который он покупает, способен создать больше стоимости, чем пошло на его производство. Вот свойство товара рабочая сила, это надо записать. Важнейшее свойство товара рабочая сила, что он может создавать больший продукт, чем пошло на его производство. А поскольку мы с вами политическую составляющую выясняем, что для этого нужно сделать? Надо взять не одного рабочего, не одного капиталиста. А получается так, что весь класс рабочих в конечном итоге продает свою рабочую силу классу капиталистов, и класс капиталистов получает больше, чем он отдает рабочему, чем он отдает рабочему, на обеспечение воспроизводства его рабочей силы. Если без обмана. То есть не так, что вот капитализм не доплачивает, он не делает ниже стоимости, а по стоимости, если капиталист платит. По стоимости. То есть как бы
можно сказать, даже по справедливости, потому что справедливость – понятие такое историческое. Вот справедливо было при рабовладении, что если вы меня завоевали, то вы решаете, там, жить мне или не жить. Справедливо же. Но вы же победили. Если я вас победил, то это вот я буду решать. Если вы меня победили, то это вы будете решать. Потом, значит, при этой всей справедливости появилась такая возможность, что вот я могу произвести продукта для того, чтобы вы могли жить, и я могу жить. И вам никакого смысла. Я могу вас даже убедить, что вам смысла нет меня убивать. Давайте я буду работать. Если вы мне подарили жизнь, а я буду на вас работать и содержать. Пока уровень производительных сил такой, что этого нет, не может быть никакого рабства. Правильно? Какое же может быть рабство? То есть что, будете содержать раба? Не будете. Или, если раб будет сыт, вы умрете. Правильно? То есть, поэтому вот раньше, до этого уровня, такой скачок был в развитии производства, до этого уровня всех, так сказать, побежденных убивали. И никаких, так сказать, пленных быть не может. Какие пленные? Какие могут быть пленные, когда этот самый плененный не может сделать больше, чем только на его содержание. То есть вы его содержать, что ли, будете? Как только появилась возможность создавать, вот пленный мог создавать прибавочный продукт, это не прибавочная стоимость, это продукт сверхпотребления этого самого человека. Когда он стал способным создавать, а это связано с развитием производительных сил, создавать больше, чем необходимо для его воспроизводства, возникла возможность рабство. И эта возможность стала реализовываться. И было справедливо, что все, что, так сказать, решается, все, что определяется по производству и в отношении труда и жизни раба, определяется кем? Ну, тем, кто его победил, то есть рабовладельцем. Ну, а весь класс рабовладельцев, если мы говорим о политическом аспекте, он защищал эти отношения, то есть обеспечивал, чтобы рабы не убегали, чтобы убежавших возвращали. И наказывали, чтобы их, так сказать, они больше не убегали. Причем каждый рабовладелец мог своего раба убить, и это преступлением не считалось. Да? Вот таким образом. Точно так же, если вы возьмете феодализм, никаким преступлением не было, если крестьянина будут бить плетьми. Да? Известно стихотворение Некрасова. «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную, там били женщину крутом, крестьянку молодую». То есть благородные, они сами могли не бить. А у них такая была услуга – отвезти на сенную. Там есть люди, за отдельную плату побьют, вернут обратно барину. Она будет уже более сговорчива, будет лучше работать. Что можно было сделать с крестьянином? Всего, кроме того, чтобы его убить. То есть продать можно крестьянину. Если вы были мой крестьянин, я мог бы вам продать вот тому товарищу в синей одежде? Вам нужен крестьянин, молодой, хороший, знающий. Закончил бакалавриат на втором курсе магистратуры. Он говорит, зачем мне, я сам на втором курсе магистратуры, сам все знаю. Продать можно. Землей. Так что прямо вот. И продавали даже целыми семьями. А иногда, наоборот, выдергивали из семьи, любого могли выдернуть там, дочку, сына, отца, мать, да, и продать. Чем определялось богатство, богатство рабовладельческого общества? Количеством рабов. Если у меня много рабов, я серьезный, солидный человек. Если общество феодальное, если у меня много крепостных, я серьезный, солидный дворянин. Но если это буржуазное общество, то кто у нас серьезный человек? У кого достаточно большая сумма капитал, правильно? Накопленного труда. Вот у нас на экономическом факультете работал профессор Ященко Борис Романович, один из основателей социального планирования. Он так это вот очень резко выражал эту мысль, что деньги есть, Иван Петрович, денег нет, паршивый случай. И это было очень интересно было наблюдать. Он нас руководил договорами хозяйственными. И когда он руководил хозяйственными договорами, то есть когда люди могли получить от него дополнительные финансы, к нему, так сказать, в помещение, где он сидел, так сказать, не зарастала тропа. Как только деньги кончались, вот он
сидел один и ворчал вот это вот. Деньги есть, Иван Петрович, денег нет, паршив сволочь. Потом, если вдруг деньги появлялись, опять Иван Петрович и так далее. То есть, и вот такое понятие, как справедливость, оно тоже имеет такое вот историческое значение. Там справедливость с точки зрения того же самого коммунизма – это полное равенство социальное. То есть, пока социального равенства нет, нет и справедливости. Поэтому, если вы возьмете, так сказать, одного из теоретиков коммунизма, там Ленина, он как пишет, что справедливости и равенство первая фаза коммунизма дать не может. Неравенство остается, и неравенство несправедливое. Действительно. Один здоров, другой болен. У одного мало детей, у другого много детей. А зарплату получают одно и то же. Поэтому это несправедливо с точки зрения социального равенства. С другой стороны, но же он не работал же, сколько наработал, столько и получил. Это справедливо с точки зрения вот, применения одинакового масштаба к различным людям. А применение одинакового масштаба к различным людям – это характеристика буржуазного права. Это буржуазная справедливость. И это справедливо. Если у вас меньше денег, чем у меня, значит, вы неудачник, а я удачник. Я быстро побежал, взял часть общенародного достояния, когда была перестройка, а вы не успели, задержались, или как-то вам неудобно было. Ну, раз вам было неудобно, теперь будете у меня работать. Тут немножко не так получалось, как вот первый раз, когда рождался капитализм. Кто были капиталисты? Инженеры. Изобретатели. Вот чем отличался Форд? Форд отличался тем от других американских капиталистов. И именно поэтому он стал миллиардером. Что он был изобретатель, очень хороший инженер. Он первым делом, значит, убирал всякую грязь на предприятии. Все, светлый цвет, все красил. Устанавливал лучшие станки, лучшее оборудование. И повышал заработную плату рабочих. И с ним судились капиталисты. Судились, и только присяжный суд, в который входили мелкие буржуа, которым объяснял, что говорит, наши вот рабочие, которые у меня работают больше, получают, чем в других предприятиях, они к вам же пойдут, деньги понесут, у вас пойдет спрос, у вас пойдут лучшие дела, и вы будете лучше жить. А вы будете лучше жить, производство будет развиваться больше, всем будем богаче. Так проголосуйте, что я не виноват. И они проголосовали, что он не виноват, иначе засудили бы его. Причем он говорит, вот, я... изобретатель. Я не буду делать автомобиль только для богатых. Почему? Я буду делать автомобиль, так сказать, такой широкого профиля, чтобы могли широко идти для разных слоев. Почему? Потому что если я буду делать автомобиль для богатых, от меня потребуют, чтобы я делал автомобиль для капризов богатых. А для капризов богатых мне вручную надо. Я это не люблю. Я люблю, чтобы это было механизированное производство, автоматизированное и так далее. Или... он делал магазины по продаже мяса, чтобы деньги к нему обратно вернулись. Он их выплатил зарплату. Тут же стоят магазины, продают мясо. Его магазины. Но чтобы продавать мясо, надо иметь ферму. Он говорит, я же не куплю 10 коров. Что мне будут делать? Вручную опять 10 коров? Нет, я 200 коров заведу. Значит, автоматическая пойка, автоматическая подача кормов, автоматическая уборка навоза. Вот тогда это... это то, что соответствует. И он, конечно, так сказать, был безусловно прогрессивным буржуазным деятелем. Было же время, когда буржуазный строй был прогрессивным во всех отношениях. Правильно? Скажем, за что воевали декабристы? Декабристы – представители какого класса? Дворянство. Дворянство, да? И вот представители дворянства стали выступать против крепостного права. За что? За буржуазный строй, за более передовой. Их тогда раз, два, три... одних повесили, других на каторгу, там жены поехали за ними в Сибирь. Это было в 1825 году. В 1861 отнимаем от 61 25, получается, сколько? 36 лет? 37? Ну вот. Через 37 лет царь делает то, что требовали декабристы, и никто его ни по голове ему не дает, не вешает этого царя, хотя у нас ведь царей... очень часто, так сказать, раз-два, и расправлялись с ними представители этого класса правящего. Все. Что изменилось? Изменилась экономика. Настолько изменилось, что это требование, которое казалось вот диким, диким, антигосударственным, оно оказалось вот, так сказать, уделом самого царя. И никто против него не бунтовал. Были разве бунты дворянские против царя после указа, после решения об освобождении крестьян? Не было.
террористы взорвали. А? Террористы потом взорвали. Ну, сотрудники террористы. Вот большевики всегда с террористами спорили, считали, что это не тот метод. И в итоге, так сказать, все время царское правительство ловило террористов и проспало большевиков, которые никаким террором не занимались, которые потихонечку готовили, создавали советы тихо, спокойно. Потом, советы какие были сначала созданы, большевистские или не большевистские? Не большевистские. Вообще изначально их вообще не партия создавала, не Ленин, не партия, советы. Когда впервые созданы были в России? В 1900? Вы из России? Я из России. Ну, я не про историю Англии спрашиваю, про Россию. Это и политический аспект тоже некоторые. Кто в России? В 1905 году. Да это вы знаете, это просто знаете, но это вот забывается. Я вопросы задаю для того, чтобы это освежить. Потому что даже самому себе, чтобы вспомнить, нужно дать такой вопрос. Сразу не приходит в голову, а через некоторое время ты это дело увидишь, оно всплывает в памяти. В 1905-м, знаете, конечно, советы были в городе Иваново. То есть представители забастовочных комитетов собрались, образовали городской совет, и он стал фактически управлять городом. И в 38 таких советов было в 1905 году в разных городах. Иногда вот мы читаем про Парижскую коммуну. Вот Парижская коммуна в одном городе. Там, во-первых, советов не было, там все были выборы по территории. Поэтому у нас до сих пор считается коммунальное хозяйство. Коммуна, коммунальные. То есть общее какое-то. А советы предполагали совсем другой способ их построения, создания. Через представителей от фабрик и заводов. И в программе у большевиков было записано во второй. Следующее, что... Основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не избирательный округ, не территориальный округ, а завод-фабрика. То есть прямо принципиальная система. И эта система выборов через трудовые коллективы позволяла отзывать людей очень просто. Очень просто. Собрался, направил нового в городской совет. А этого забрал назад. И все. Не надо для этого ни объявлять какие-то выборы особые по всей территории, по городу. Ни муниципальные, ни городские. Ваш. Какая разница? Вот сидите, вы какого завода представитель? Этого, если завтра придет другой с вашего завода, что изменится в этом органе? Ничего. Потому что этот орган не составлен не из людей, а из таких людей, которые являются представителем соответствующих коллективов. Кого она просит? Хоть каждый день меняйте, правильно? Каждый день, там сколько, 365 дней в году, если у вас 365 работников, пожалуйста, по очереди приходите. Не все это заметили, что в 36 году эти советы, то есть советы по существу, исчезли. И состоялся переход на территориальную систему. И как только состоялся на территориальную систему, отзыв депутатов стал практически невозможен. То есть право осталось, ну как вы отзовете депутат от какого-нибудь... Вы слышали, чтобы кто-нибудь когда-нибудь отозвал депутата от какой-нибудь территории? Ну, даже вот чтобы дом собрать, вот сейчас у нас предполагается, что якобы избирает ТСЖ, избирает, выбирает управляющую компанию, или выбирает то ли нам управляющую компанию, то ли ТСЖ, то ли самим домом управлять. Вы видели, что? Вы видели когда-нибудь, что было, проходило собрание дома? Я видел. Видели? Да. Вы счастливый человек. Потому что если бы мне дали задание, я потребовал бы два пулемета, автомат и еще гранаты, и я бы быстро собрал, и тогда был честный протокол. А сейчас в основном либо. В основном. То есть всякие исключения бывают, если вообще из всех правил бывают исключения, то когда вдруг собираются, это, конечно, чрезвычайный случай. Нет, там как бы кворум еле-еле получается обычно. И то, ну это все равно, но это счастливый случай, потому что обычная картина такая, где общаются. Ну вы здесь встречаетесь, здесь вы все знакомы, там, где вы учитесь, там, где вы работаете. Что у вас там связывает дома? Ничего, вы пришли, вы дверь, здрасте, тетя Мотя, и пошли. Ну соседи, конечно. А? Соседи. Какое-то общество, новое имущество, там много вопросов. Хорошо, если это не те соседи, которые вас заливают, тогда вы с ними общаетесь. Или вы их заливаете, когда. А так, какое у вас имущество общее? У вас чья общество имущество? Лестница теперь? Нет, еще подвалы. Подвалы у вас общие, вот. Да. Подвалы и крыши. Кто должен тогда сдать? Подвалы они сдают в аренду, там же. Вот это, так сказать, вы со собственника. Собственность разделяет.
как известно. Труд объединяет. Поэтому такой дружбы там особенной не видать. Так, возвращаемся к тому, так сказать, что для нас является главным предметом. Это главным предметом для нас является выяснение того, что же такое заработная плата. Вот заработная плата, это у Маркса, поскольку он предположил для всего первого тома, что все продается по стоимости, все товары, ну, чтобы показать, как может появиться прибавочная стоимость, он там считает, что все товары продаются по стоимости. А что такое цена? Кто помнит определение цены? Вот я вас уже спрашивал, поэтому вы освобождены. Вот вас спрашивают, цена что такое? Цена товара, что это такое? Разница между прибавочной стоимостью и там. Нет. Так, а вы? Ну, это количество денег, которые мы отдаем в обмен на товар. Да, да, да. Только в обмен на товар нехорошо. Потому что деньги разве не товар? Ну, товар, конечно, и рабочая сила. На другие товары, на другие, слово еще добавить, на другие товары. То есть это денежное выражение стоимости. Денежное выражение стоимости – это количество денег, которые дают за этот самый товар. И вот это количество денег может быть как равно стоимости, так и не равно. Или выше, или ниже. Более того, само установление центра колебаний цен связано именно с тем, что то спрос повысится, то понизится. Если спрос повысился, что происходит с ценой? Она начинает повышаться. Но спрос понизился, она начинает понижаться. Это вот если вы берете капитализм свободная конкуренция. А когда вы возьмете, это третий том капитала, если вы возьмете, то он описывает, как на самом деле происходит на поверхности явление при капитализме. Никак, кто по стоимости ничего не продает. Продают по ценам производства. А цена производства формируется так. Издержки производства плюс средняя прибыль. Вот так строится цена. То есть, по-прежнему, сумма цен равна сумме стоимости, но цена строится так. Вам надо все пересчитать, как бы. Почему? Потому что если я вот капиталист мясной отрасли, вы капиталист металлургических отраслей, а вы капиталист текстильной промышленности. А должно быть равенство прибыли на вложенный капитал. Потому что если не будет равенства, вот если у меня будет на прибыль 20%, на прибыль, норма прибыли 20% на вложенный капитал, у вас 15%, а у вас 10%. Что вы будете делать? Вы начнете переходить в мою отрасль, вкладывать сюда. Да какой? И так вы разгонитесь, что вкладываете. Потом раз, у меня упало уже 8, а у вас 10. Теперь я пойду туда, а вы сидите здесь. И так далее. То есть эти переливы идут таким образом, что уравнивается норма прибыли, складывается братство капиталистов. Братство. В чем состоит это братство? Что неважно, ты лифчики вы производите, или цветы, или сигареты, или минеральную воду. Важно, чтобы на одну и ту же сумму вложенного капитала я получил одинаковую прибыль. И вы, наверное, видели, как вдруг человек занимался одним, потом раз и улетел совсем в противоположную. А, говорит, не буду заниматься, куплю медиа. Потом плюнул на эти медиа, буду косметикой заниматься и так далее. И это не то, чтобы это отклонение, это совершенно нормально для современного капитализма. Нормально. И вот все-таки с мерками, когда мы подходим, не надо вот происходить, что мне не нравится. Мало ли что мне нравится или не нравится. Это норма для вот современного капитализма. Ну а если, значит, это современный капитализм, то он родился из капитализма свободной конкуренции. Сейчас ведь не капитализм свободной конкуренции, правильно? Значит, вы за свободную конкуренцию, я за свободную конкуренцию. Что значит я за свободную конкуренцию? Мы с вами конкурируем. Что такое конкуренция? Если соревнование, то значит и вам лучше, и мне лучше. То есть я вас научил, показал как лучше, вы мне получили как лучше, и мы идем вместе вперед. А конкуренция или я вас съел? Или вы меня съели, так? Это честно? Ну, с точки зрения капитализма, по-моему, честно. Только я не знаю, кто кого съест, но все равно мы должны, прежде чем начать друг друга кушать, договориться, что это честно. То есть выходим на рынок, и я пытаюсь... Вот, вы вышли со своими пирожками и по 30 копеек их продаете. А я сижу на уголочке, и возраст у меня больше, и не такой симпатичный, а у меня по 10 копеек. И все идут ко мне. А вы что-то загрустили так. А вы взяли, договорились, трое. И стали продавать по 9.
И все так как-то шли мимо, говорят, а что вы покупаете там уже? Старушка говорит, зачем вот это у него покупаете? Идите туда, там вот молодые ребята продают. Красиво. Пойдите. Хотя я, правда, видел обратно, говорит, ребят, что вы сюда пришли у нас покупаете? Там вот у нас пирожки-то плохие, гнилые, идите вон туда. То есть это бизнес по-русски. То есть это, потому что это наемники сидели уже. Они-то не хотят в это втравляться, в отравление людей. Вот, они честно говорят. Но если это сами товаропроизводители, то это естественно, что они друг друга побивают. Но если вы меня побили, ваше следующее действие какое? Что получилось? Получилось монополия. То есть вы в этой отрасли главный. Ну, там есть какое-то количество людей, которые тоже это производят. Ну, какое их всегда? Их малые. Причем это количество может вырасти. Когда? Когда вы цены вздуете, потому что вы теперь монополист, и вы ни с кем не согласовываете, раз эту цену подняли раза в два. А раз сразу в два, у вас машинное производство, у вас высокая техника, технологии, применение научно-технического прогресса, а я все это делаю ручным трудом, у меня в ларьке ведро вместо туалета. Но при такой цене и я могу существовать. У вас, конечно, там бешеные прибыли, а мы живем нормально своей семьей. Причем благодаря кому? Потому что нас, как отец родной, вы подняли цены и установили над нами зонтик. И вы нас съесть уже теперь не можете, потому что вы такую сделали цену, что... Да и мы вообще не так, как вы делаем. Зато мы тут рядом. Вам надо идти в красивое здание, а мы тут рядом где-то вот сразу вышли с трамвайчика, а тут и мы. А до вас еще дойти надо. Поэтому иногда вы идете к правительству там, области или города и говорите, а нельзя ли их это вот ларьки, они портят эту все, грязь одна, антисанитария, убрать надо их. И тогда Валентина Ивановна наша говорит, убрать всех, которые стоят около трамвайных остановок. И выходят люди. Это уже не экономическая конкуренция, это использование государственной власти для борьбы с конкурентами. И раз, и распиливают. Говорят, мы поддерживаем мелкий бизнес. У нас будут магазины шаговой доступности. Два. На Ленинград. Два. Видели еще магазины? Сколько у нас магазинов шаговой доступности? То есть это, ну это что, нормально или ненормально? Нормально для капитализма свободной конкуренции. Нормально. Ну а как вы себе представляете, для капитализма, в котором монополии образовались, а как еще? И это было и раньше. Вот пароходчики на Енисей. Два. Один возит через Енисей, большая река, долго надо везти. На ту сторону мостов мало или нет совсем. Я вожу и вы возите у вас, и у меня. Потом я решил, что это вот... Дай-ка я с нее, что это? Они так смотрят, ваш корабль хороший, у нас корабль хороший, но все идут ко мне. Вы посмотрели, посмотрели. Человек, кто я раз, не знаю. Все смотрят, они раньше меня любили, они раз бросили и пошли к вам. Причем очень быстро. Ничего тут не надо делать. Раз, и все вывозите прибыль. А я сижу с этим на приколе. Я смотрел, думаю, да надо это вообще мне заняться серьезно этим человеком. Бесплатно буду возить. Ну и что, пойдут к вам на ходу? И вот и не пойдут же к вам никто. Все пошли ко мне. И вот вы стоите на приколе, а я бесплатно вожу. Затраты у меня, конечно, идут. Вы думали, ну надо что-то сделать. И стали бесплатно возить и давать бублик. Все меня бросили, пошли опять к вам. А я разорился. Ну что, стоит. Я разорился. Я говорю, слушай, купи у меня корабль. Ну все, у меня, я уже все не могу. Ты говоришь, ну вы знаешь, у меня денег-то нету, поэтому я задорого-то не могу. Я говорю, ну за сколько-нибудь купи, и вы у меня там за четвертую часть цены. Купили этот корабль, и что дальше сделали? Платно возить. Цену-то раз, и окупили этот корабль, и эти бублики, и это снижение цены, и это монопольное установление цены. Поэтому, когда есть люди, вот вам политическая оценка ситуации, которые говорят, надо вот честная конкуренция, свободная, поддержать мелкий бизнес, это люди, которые хотят повернуть колесо, экономическое колесо истории вспять. Это невозможно. Это невозможно. Это эпоха уже, все, прошедшая, прошла эта эпоха свободной конкуренции. Но бабушки, если семечки уже не продают, вы можете себе представить, бабушка продает семечки. Сейчас вы пойдете, купите семечки, и такие, и такие, и такие, и все уже упакованы, а варенье от бабушки, и даже завязано так, и бумажечка красивая, с вензелями, вот как бы внучиком, но это в крупном сетевом магазине, все. А бабушке это объяснили. У тебя бабушка, внучки есть? Есть? Вот чтобы они у тебя были живы и здоровы, больше с семечками не приходи. И нету бабушек. Все.
Ну, еще какие-то остатки, вы видите, у метро иногда идешь, вот поздно вечером, когда никому не хочется, никому, и милиционерам не хочется ходить, это заниматься, и крупным сетевым магазинам, потому что они несравнимы с ними, они ничего не портят. Ну, это все равно, что орлы летают, чем... Ну, что мухи им такого? Что этим орлам эти мухи? Когда были орлы и соколы, тогда я понимаю. Ну, это мухи. Поэтому никто на них не обращает внимания. И вот некоторые политические силы какие? Ну, все время, значит, Яблоко все время вздыхает. Надо поддержать мелкий бизнес. Еще кто? КПРФ. То оно за трудящихся, то оно за рабочих. Но надо поддержать мелкий бизнес. Если я вас буду поддерживать, вы мелкий бизнес. Какой вы будете бизнес, если я вас поддержу? Чего, так поддерживать, чтобы вы никуда не выросли? Или так поддерживать, чтобы вы выросли? Это что, я как утопленника, что ли, вас должен держать, чтобы, не дай бог, знаете, он, так сказать, в этой проруби барахтается, а я его поддерживаю. То есть не даю ему выбраться на лед. Но и утонуть не даете. Значит, я пытаюсь его... И тогда он будет не мелкий бизнес. Так зачем тогда его поднимать? У вас есть же крупный бизнес. Это раз. Во-вторых, по логике конкурентной борьбы, эффективный пожирает неэффективно. Правильно? Ну. И что, вы хотите заставить этого волка есть морковку? Он не будет есть морковку. Вы видели, чтобы волк ел морковку? Да хоть вы его хоть как держите. Ну, это смешно, чтобы государство занималось тем, чтобы, вот, скажем, крупные монополии занимались бы благотворительной деятельностью и разводили вот эту мелкоту. Этого не будет. Они его будут пожирать. Поэтому не надо тратить силы, хотя. Или плюнуть на такой мелкий, что уже мельче нет, так он это вот как раз на тех, кого можно игнорировать вообще. И вот товарищ Путин собирает пресс-конференцию, телефонный, так сказать, встречу с избирателями, и его спрашивают, а вот почему вы ничего не говорите о фермерах? Вы не заметили, что что-то молчат о фермерах? Он говорит, да что о них говорить, они 2% сельскохозяйственного производства. Что о них говорить? Ну что говорить? А денег уже вбухано. Сколько уже было компаний? Потому что надо вложить в мелкий бизнес сельскохозяйственных денег, государственных. И наших денег туда вложено, видимо, невидимо. А были асфальтовые академики, которые убедительно доказывали, что ну вот это фермерство нас спасет. И тогда из старых кроватей сваривали разные телеги. И, значит, люди, которые никогда ничего не делали в сельском хозяйстве, ничего в нем не понимали, начинали вспахивать, засаживать, покупали свиней. Причем рассчитывали, это свинья на издержки производства, это свинья на... развитие, а это свинья доход. Потом раз, все эти свиньи подохли, потому что зоотехников нет, санитарии нет, технологий нет. Да и какой может быть зоотехник этот из расчета на одну семью, этих самых 6 поросят? Ну о чем вообще можно говорить? И жена вместо того, чтобы не пропустить, когда будут роды у свиньи, так сказать, спит там рядом со свиньей в хлеву. Ну о чем вообще? Что за жизнь у этих самых мелких бизнесов? В этом смысле у рабочих, конечно, лучшая жизнь, безусловно. Отработал, да пошел домой. И тебя ничего не волнует там. Ни морковка, ни картошка, ни свекла, ни свиньи и так далее. Ну, с одной стороны, это вроде хорошо, а с другой стороны, он начинает покупать сосиски, там мяса нет, беда. Зачем мясо класть, если я произвожу сосиски? Я для чего произвожу сосиски? Чтобы вы ели или чтобы у вас деньги взять? Ну, так если мне нужно деньги взять, значит, надо положить, прежде всего, сою. Во-вторых, нужно туда положить молотую костную муку. Это раз, таким взять масло, растереть их в муку и вам положить. А это же не вредно, если вы съедите немножко половину колбасы, будет костная мука. Правда, она не переварится вашим организмом, но она и не ядовитая. Или я что-нибудь рассказываю не нашу жизнь? То есть мы должны вот... Я так понимаю, магистры – это люди, которые, так сказать, они не такие, которые вот их там вот поверхность им покажешь, и они так и смотрят. Когда он говорит, нам помогают, ну, может быть, говорит, ай-яй-яй, от нас уезжает капитал вложений. Давайте посмотрим капитал вложения Кока-Кола, в чем состоит. Ну, во-первых, вы не знаете, из чего состоит Кока-Кола. Ну, догадывайтесь. А почему? А, во-первых, Кола вы знаете, что такое. Кока знаете, что такое. Ну, это же наркотик. Да. Запретили в 80-м-то году добавлять в 6-м, по-моему, в 84-м. И что? Нету в коке. И что? Это говорят, что нету. Запретили. А что? Значит, объясняю, как экономист. Что у нас можно делать? Еще этот Горбачев объяснял. То, что разрешено. Потом, то, что запрещено, нет ответственности. Это тот случай, о котором вы говорите. И то, что запрещено, есть ответственность, она меньше, чем я получу. У меня прибыль во, а вы с меня берете во штраф.
Посмотрите кодекс административных правонарушений. Это всего 5000 за все. 5. Хохотать будете до упада, когда будете читать кодекс административных правонарушений. Так вот, с этой точки зрения, что происходит и с товаром рабочей силы? Есть монополисты. Кто такие? Это собственники средств производства. У них есть Российский союз промышленных предпринимателей. Как бы вот мы с вами, вот трое, образовали союз промышленных предпринимателей. И договорились, что вот эти вот в черных рубашках, чтобы они будут требовать зарплату вот больше вот этого уровня. Сколько у нас сейчас минимальный? 5200, да? Вот больше им не давать. Вы сможете нас побороть? Вот мы вот, у нас три крупнейших завода, и больше у нас заводов в вашей области нет. Сумеете побороть? Один. Не сумеете. Значит, до чего додумывался в ходе вот этой борьбы за зарплату, но пытаясь ее подтянуть к стоимости, чтобы продавали это по стоимости, рабочий класс стал создавать объединение по профессиям. То есть вы собираете тех, у кого такая же профессия. Если вы слесарь, давайте слесарей. Слесарей собрались, и вот, а без слесарей ничего же не сделаешь. Так, мы, говорит, слесари, мы, у нас какой-то, вы же товар, у вас есть рабочая сила. Так, мы слесарные свою рабочую силу не продаем. У нас сейчас не это феодализм, у нас ведь не принудительный труд, правильно? Будем жить по законам буржуазного общества. Имеете право жить в буржуазном обществе по законам буржуазного общества? Вот мы, говорит, и живем. У нас есть конституция, там в самом начале написано принудительный труд в России запрещен. Значит, не хотим работать. Не хотим. Нет такого закона, что я что, обязан им работать? У нас это при социализме надо было всем работать. Тогда было всеобщий характер труда. Сейчас не всеобщий. Вон у нас. Вот эти трое лбов. Вот мы, собственники. Вы же не работаем. И мы хотим так же, как эти. Мы тоже не будем работать. Мы слесари. Тут уже мы, значит, загрустили. Почему? Потому что без слесаря-то ничего же не будет. Мы сразу вызвали там из Таджикистана, Узбекистана. Те, значит, попортили наши станки все. Быстро. Мы поехали в Китай за одноразовыми. Все переломалось. И начали мы думать, что-то надо им кинуть. Думали и кинули. Они такие наивные, там кинут 3% дали. Но у нас-то есть люди, которые об этом думают. Политически кто об этом думает? Есть у нас экономисты, теоретики. Какой экономист об этом больше всех подумал? Есть такой, был такой экономист Джон Мейнард Кейнс. Лорд. Еще Ленин на него цитировал, когда писал «Империализм в какой высшей стадии», очень солидный. И он, в отличие от, я бы сказал, таких дурачков экономистов буржуазных, которые, так сказать, все, капитализм, идеальный строй, кризисов не будет. Ну как и кризисов не будет? У нас обычный человек болеет, то насморк, то сердце заболеет, то живот. Ну как капитализм не болеет? Социализм и то имеет разные кризисы. Даже он взял, да и умер. Поэтому как так можно относиться к капиталистической экономике? И вот Кейнс первое, что сделал, сказал, что первый сделал во всей буржуазной экономической науке. В книге «Общая теория занятости, проценты и денег». Очень вам рекомендую. Вот, скажем, «Капитал», если вы прочитали, то первое после «Капитала» надо читать Кейнса. Английского буржуазного экономиста, который говорит, да, Маркс правильно доказал, что кризисы будут. Так что надо делать, чтобы не было кризисов? Первое, что надо делать, ввести государственное регулирование экономики. Что, например, ввели там, в Америке, в Англии, во Франции. В Южной Корее было 6 пятилетних планов. Как они выбрались-то на такое? 6 пятилетних планов. Наши тоже вообще-то делают что-то такое похожее, но все время в порядке исключения. Дескать, мы, у нас, говорит, мелкий бизнес, только создадим госкорпорацию кораблестроительную. Но это же не мелкий бизнес, Балтийский завод, Адмиралтейский, который шлепает эти, штампует подводные лодки. Сейчас вот одну спустили, Новороссийск, поехала туда, на Черное море. Еще 5 должны поставить. 5. Адмиралтейский завод. И работает на полную катушку. Ну, это в порядке исключения. А так у нас мелкий бизнес. Вы не можете, кстати, один там во дворе в день в гараже сделать подводный лодку? Нет? А вы не можете, да? Может, вы можете сделать? Ну, как бы должен мелкий бизнес нас спасти. Ну, приходится вот, вопреки теории вот этой, которая у нас распространена широко, и вот, по-моему, изучил ее Дмитрий Анатольевич, да и вот и Владимир Владимирович тоже вот ее как-то изучил, но он, как человек практический, и которому приходится решать, который не хочет попасть в положение Муаммара Каддафи, он понимает, что вообще-то это хорошая, конечно, теория. Он говорит, вот у нас есть Улюкаев, и даже ему это не нравится. Он сам и нас либерал.
То есть они этого прогнали, Кудрина, который тоже был либерал. Ну, Улюкаев там есть, министр экономического. Для дела там существует министр промышленности и торговли. Тот занимается делом. А этот, значит, прогнозы, макропоказатели, разговоры. Вот он не согласен с этим, там, с тем, с одним. Ну, как бы демонстрация того, что у нас тут разные точки зрения, даже в пределах государственного аппарата. Ну, на практике мы видим. Самолеты строительную корпорацию создали? Создали. Космическая корпорация есть? Есть. То есть все серьезное такое, крупное. Ну, вот Сколково, правда, больше похоже на это, как эта игрушка так любит Дмитрий Анатольевич. Сколько там, сколько денег уже через него пропущено. Или Чубайс, например, это просто золотой человек. Золотой в буквальном смысле. Он бы не справился с тем, чтобы столько денег государственных убить без результата. Просто надо. Вот вас бы, да, поставили. Вы же не сделали бы это. Ну, потратили бы немного, но и то бы за это вас прихватили. А тут, понимаешь, человек все время... Значит, и сколько там вот у нас только вылезла мадам... Справедливая Россия у нас возглавляет в Ленинграде. Дмитриева Оксана. Тут ее сразу задвинули и даже не зарегистрировала. Такая была вот, такой, вот вес такой у нее политический, и даже не зарегистрировали ее. Не трогай Чубайса. Она хотела, видите ли, уголовное дело потребовать у нее завести. Кстати, почему-то не потребовала, когда не было выборов. Это такие люди принципиальные. Если выборы, то значит завести уголовное дело. Если не выборы, то не завести. Ну вот если человек вот так действует, потом вы знаете, что Дмитриева была в правительстве ельцинском? Я знаю. Ну так вот, поэтому, когда человек туда-сюда... Ну она мало там была, там буквально 2 месяца или 3. Там, а вы нисколько не были? Так мне лет-то сколько? Поэтому... А? Мне было сколько лет? Ну так ладно, значит, у вас такого нет темного пятна. Вы за разграбление России не отвечаете, а она отвечает. Почему она отвечает? Тем, что она пошла в это правительство. Она что, маленькая была? Она что, грудная была? Не знает, куда идет? Она что, не знает, что там делают? Что делало это самое ельцинское правительство? Стреляло по своему верховному, этому самому, главному законодательному органу. Это что такое? Фашизм это называется. Когда уничтожаются демократические буржуазные институты. Это фашизм. Вот в чем фашизм на Украине? Фашизм в том, что они взяли законного президента. Там, я не знаю, кто, мне это до лампочки. И вам до лампочки этот самый их президент бывший. Ну его избрали? Избрали. Украинцы? Украинцы. И что, какая-то толпа соберется и прогонит? Какая толпа, которая, значит, получала 5 миллиардов долларов, получила за известное время из Соединенных Штатов Америки, всегда можно назвать, набрать, дать недовольным деньги, и они пойдут кричать. Подумаешь, какая проблема, значит, набрать шины и зажигать. Тем более, говорит, мы, говорит, у нас мирный протест. И раз, коктейль Молотова. Коктейль Молотова, ба, эти танки сейчас поджигают Новороссию. Вот он заедет в город, никто в город не заезжает. Потому что если он заедет в город, его раз туда, где щели, и туда проникает, это все горит внутри. А потом закрывает с собой запас, вы оттуда все вылетаете вместе с этой самой, с башней. У нас это мирный протест. Мы просто забросали вас коктейльным молотом, а вы недовольны, конечно. Что это? А этим говорят, вот вам политический аспект. Конфликт социальный идет. А тут говорят, а Беркут, он должен только без оружия. Кто первый начал, там вопрос большой причем. Да тут не о том, кто первый и начал. Помним, как студентов. Вопрос не о том, кто первый начал. Вопрос о том, кто уничтожил законное и избранное руководство страны. Кто? Если руководство преступно, то народ имеет право на бунт. Это прописано даже в конвенции. Не на бунт, не на бунт, а на восстание. На восстание, да. Имеет. Ну вот, вот вам восстание, какие проблемы? Да, если восстание. А если это с если это инсценировано из-за рубежа? Тогда докажите. Ну что доказывается? То есть все эти правительства были проамериканские. Перед этим. Поживем, увидим. Янукович, вот и эта самая дама с косой сообщила, что надо атомную бомбу бросить на Россию. Вам это доказывать надо? Это не слышали, это не читали? Я слышал, что Дмитрий Киселев, который ведет каждое воскресенье замечательные передачи, говорит о том, что Соединенные Штаты можно превратить в радиоактивную пустыню со второго телеканала, собственно, второй главный нашей страны. Дмитрий Киселев не занимает государственного поста. Это разные вещи. Точно так же, как, вот, скажем, любой журналист, так сказать, он защищен законом, так сказать, пожалуйста, пишите, что хотите. Читатель почитывает, да, писатель подписывает. В офис, а это другое. А это другое. Или в подъезде. А это другое. Вы определение фашизма знаете?
Мы сейчас как бы, мы же договорились, что мы не ведем дискуссии без определения. Фашизм, знаете определение какое? Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала. Есть финансовый капитал? Одно из определений, понимаешь? Это не одно из определений, единственное определение, которое есть. Других я не слышал. Если вы слышали, скажите другое. Это я такой первый раз слышу, я как бы наизусть, но вряд ли я вам смогу воспроизвести. Ну. А я вот не первый раз этим занимаюсь, я хочу сказать, это определение, данное 7-м конгрессом Коминтерна. Георгий Димитров к нему его готовил, и оно, так сказать, дано на основе... Есть еще альтернативные, я имею в виду, что не только это, условно говоря, левое определение. Да дело не в том, что оно левое, но дело в том, что оно научное, нет другого. Вот вы попробуйте от кого-нибудь добиться определения. Там ведь никто без определения скажет, вы фа, а вы говорите, а вы антифа. Это вот это мы видим, наблюдаем. Это же не просто какой-то ярлык, на который надо наклеить. Речь идет о чем? Что такое открытая террористическая диктатура? Когда убираются вот эти буржуазно-демократические институты, значит, Дума там или Совет, правительство, президент, и открывается, вот, когда сжигают людей, вот когда сжигают людей, взяли и загнали их в Одессе и сожгли. Это называется фашизм. На Институтской улице решение, стреляли там 100 с чем-то человек, никаких проблем. Что? На Институтской улице расстреляли 100 с чем-то человек, никаких проблем. Если по закону. Это не фашизм? Нет. Если по закону, если было решение, если было в рамках допустимых демократических правил, как это делается в России сейчас? Вот если, значит, надо кого-то там, так сказать, убить с подозрением, что он боевик, что делается? Объявляется контр. Террористическая операция в этом районе. Которая частенько бывает необоснованно объявляется и бывает, людей убивают. Бывает, но по процедуре соблюдена. Бывает. Соблюдена. Объявляется контртеррористическая операция. Так потом, а что, чрезвычайное положение объявил, что ли? Ничего он не объявил. Ничего он не объявил. Да, они все эти вот те, которые стреляли, у кого оружие, они действовали в рамках предоставленных их прав. Вот у нас в советское время права, например, на ношение дубинки не было, а потом наступила демократия буржуазная. Значит, я, если я милиционер, а вы тут со мной разговариваете, вам не нравится мое определение, я подошел и вас прямо по голове дубинкой. И это в пределах демократически установленных прав. Поэтому назывался регулятор демократии. Если не определение нравится, я нарушаю закон. А? Если не определение нравится, по закону, мне, по закону написано, я вот в пределах своей компетенции, если я полицейский. А если вы будете сопротивляетесь представителям власти, вот вы преступник, и в общем вас можно и застрелить. В этом демократия состоит. Не поняли еще суть демократии? Демократия где родилась? Скажите, пожалуйста. Древней Греции. В Древней Греции меньшинство было диктаторское, исполняло свою волю, или большинство? Ну, рабов считаем или нет? Или... Ну, я не знаю, вы-то их считаете за людей? Они-то не считали. Ну, а вы-то их считаете? Ну, если вы считаете, значит, меньшинство, это власть меньшинства или большинства? Меньшинства. Ну, что вас это удивляет? Ну, демократия, как сказал Черчилль, мы же знаем, да, что нет, это наихудшая власть... форма управления, не считая остальных. Не надо, не, не надо. Черчилль воевал за буржуазную демократию. Что его соединяло с Советским Союзом? Еще что соединяло? Ничего. Только война за демократию. Сказать, война за демократию против фашизма и все. Это ценность демократии. Но демократия это лучше, чем вот просто вот берут и убивают. Вот есть разница, если, значит, вот вы должны сначала, прежде чем меня убить, сначала вот все трое обсуждать этот вопрос, проголосовать, а я в это время могу драть. А уж если вы сразу меня раз сначала, для начала, а потом начинаете писать, почему вы меня убили, потому что... Чтобы убивал. Ну да, и как учат некоторых частных охранников, если вы дуру крываете, то вы сначала стреляете ему в лоб, а потом делаете выстрел сюда, сюда, сюда. И пишете сразу, садитесь и пишете, что вот... Товарищ ворвался, я предупредительный выстрел сделал наверх, потом второй наверх, а третий вниз. А он, значит, подставил свой лоб и попал в лоб. Еще рассказывал Варлама Шаламова на эту тему. Да. Возвращаемся к определению. То есть открытая террористическая диктатура. То, что всякая власть диктатура, вы с этим согласны? Есть государство, которое не было бы диктатурой класса. Сейчас я упрощу задачу. Рабовладельцы подавляли противоположный класс? Ну, естественно. Естественно. Вот и мне очень нравен ваш ответ, у вас очень правильный. Естественно. Что значит подавляли? Как перевести это на иностранный, знаете как, подавление? Давить, как будет по-английски? Ну. Сейчас мы политические выводы делаем. Давить. Ну, как давить? Не знаете? Можно да даже по-русски так. Пресс. Пресс. Ну, а пресс, вот, знаете, на заводах прессы стоят.
А что они делают? Давят. Давят. Пресс. И ту пресс означает давить. А репресс что означает? Давление. А репресс это подавление. Значит, рабовладельцы репрессировали противоположный класс? Своих противников? Отдельных, вместе или нет? Ну, так естественно. 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 Если Спартак восстал, то, как говорится, пусть, говорит, ему, как говорится, мы его, так сказать, прикончим, а пусть будет потом команда Спартака. Но Спартака мы прикончим. Подавили. Так, хорошо. При феодализме. Там никакой демократии не было, правильно? Там это самый честный строй. Сейчас вот все хотят. Хотим честных выборов. Там очень все честно. Вот вы 3 дня и работаете у меня, если я барин. А дальше это ваше дело. Вот 4 дня я... Вот как сейчас хотят предложить? 4 дня работаете, что-то МОД предложила, а 3 дня куда хотите. И вот вы там работаете у себя, умрете, не умрете. Это меня не касается. Вот 3 дня, пожалуйста, вы не доположите. А дальше вы совершенно свободны. И вот то, что вы работаете у меня на барщине, это прибавочный продукт. Вот не надо тут думать, все, цены, там, стоимость, тут мучиться с рабочей силой. Вот 3 дня у меня, 4 дня у себя. Значит, вот из этих самых 7, 3/7 прибавочный продукт. 4/7 необходимый продукт. Красота. Все понятно здесь. Что тут непонятного? А если вам будет трудно, если вы будете голодать, то я вам помогу. Знаете почему? Потому что если вы вымрете, я буду этот самый несчастный помещик. Только сам голодать. Только я пойду по миру, так, поэтому я обязательно помогу. В долг, конечно, вам дам. Вот. Ну так-то не дам, потом отдадите. Если не отдадите, пороть будем. Это все по закону. Тут ничего нет, не по закону. Вот убивать я не имею права. Это при рабовладении я мог бы вас убить, а вы бы меня. А тут нет. У нас буржуазный строй. Раз у нас строй буржуазный, вот смертная казнь есть в Соединенных Штатах Америки, значит, надо не просто взял там и убил. Нет. Вот я должен сначала должны быть А. Задержанный. Потом арестованный. А задержанный это не арестованный. Я вот личность вашу выяснил. У вас паспорт с собой? Сейчас с собой? Вот, товарищ, даже. Вот смотрите, вот у меня есть паспорт. Сейчас приходит для выяснения личности. Вдруг сейчас врывается. Сейчас я... Права есть. Права ваши, значит, не хотел ваши права, я не обязан смотреть. Говорит, я прихожу, я их вызвал, ну, для создания методической такой обстановки. Тут я им сразу предъявляю, говорит, с вами, Михаил Васильевич, все понятно. Так, у вас паспорт есть? Есть. С вами тоже понятно, с вами есть? Есть. Так, а вы вообще поедете с нами. Да никто на вас не будет смотреть. Это же все по закону. То есть, если у вас паспорта нет, вас могут задержать на сколько? На три. Мы будем уже чай пить дома и это под теплую постель, а вы будете сидеть в клетке. Ну почему в клетке? Ну чтобы вас никто на вас не нападал. Клетка же вас охраняет, потому что вдруг кто-то вам показывает физиономию, похожую на какого-то бандита, который у меня украл. Кто-то должен наброситься. Я, если я там начальник полиции, я должен подумать о вашем. Это я все объясняю, как вот все так вот гладко будет. Так, ну потом вас подержали, и в это время вы по базе там щелкаете. Как там вы сказали, как вас зовутся? Что, значит, выдает себя за студента этого магистратуры. Сейчас мы это все прощелкаем. Но потом, а что он так торопится? Торопится, думаете, щелкать? Он чай пьет. Он по базе вас. Считается, что он по базе вас, так сказать, проверяет. А он во время сидит, пьет чай, потом он с товарищем беседует. Короче говоря, ну 3 часа-то не прошло. Вы нарушили какой-нибудь закон? А вы говорите, никакого. Ну, в смысле, до 3 часов можно записать. Вот остается без 5:03, вы сразу, а, есть, так, открыто, засовы. И вы на свободу выходите. Вы, наверное, еще благодарить будете его. Ну, все, он проверил, да, уважаемый. Счастливо. А уже трамваи не ходят, автобус не ходит, сейчас вот бандиты по голове дадут. Сейчас, вы знаете, как неспокойно. И вы обратно, может, вернетесь. Но уже в другое место. Значит, дальше. Вы, вот я на вас посмотрел, а если я в этих органах работаю, вот такое у меня впечатление, что вы на кого-то напоминаете мне. Могу я вас арестовать? Нет, так просто не могу. Суд может. Суд. Вот в суде мои друзья сидят. Мы с ними вместе учились на юрфаке.
тут вот, говорю, такой товарищ тут есть подозрительный. Начал вас спрашивать про это определение фашизма. Он начал, надо выяснить это, как что-то. Он очень напоминает того, кто 10 человек на прошлой неделе убил. Значит, если вам предъявлено тяжкое обвинение, до скольки дней я могу вас задержать без предъявления обвинения, знаете? Без предъявления обвинения. Задержать уже. Арестовать. 15. Нет. 10. Арест, да. Ну, я иду в суд. Значит, вот, говорю, есть, мы подозреваем. У нас есть вот. Вот похож. Вот смотрите, вот фоторобот. Ну, вот тоже, смотри, голова, уши, ноги. Ну, один вот вылитый. И 10 суток. 10 суток вам предлагают чистосердечно признаться в том, что вы зарезали 10 человек. А вы какой-то попался, он упорный, знаешь. Он со мной даже спорит вообще. Он сегодня подписан, не подписан. Ну, что делать? Ну, раз не подписан, и уходи. Ну, я через 10 суток я должен вас выпустить. Или я вдруг, наконец, раз вам, и предъявил обвинение. Как только я вам предъявил обвинение, вы как бы свободный человек, можете пойти, так сказать, нанять адвоката. Но лучше вы не пойдете, а я пойду в суд и определю меру пресечения. Это все по закону идет. Это демократия все. Все это предусмотрено законами. За них голосовала Дума, за уголовно-процессуальный кодекс, за уголовный кодекс. Все. Это уголовно-процессуально идет. Вы сейчас подозреваемый, а теперь стали обвиняемы. Видите разницу? Статус свой процессуальный. Вы были сначала задержаны, потом подозреваемый, нет, арестованный, потом подозреваемый, сейчас вы обвиняемый. Но вы же не осужденный, у вас все права. Права-то все, но лучше вас в СИЗО заключить. Знаете почему? Потому что есть опасность, что вы скроетесь от следствия. Под пистолетом выйти можно. Так? И вас куда? Где у нас СИЗО? И ты. Вот сейчас я сегодня ехал, подъезжал к городу, там в районе, подъезжаешь к городу с правой стороны, в районе Колпино. Такие новые кресты хорошие. Кресты два. Тоже кресты белые такие, светлые. Ну, просто жизнь улучшится в этих. Праздник, да. Дальше. Это все по закону идет. Потом вы, когда... после того, как... если, то есть я вам рассказываю про демократию, все. Так это нормально. Да, вот я тоже считаю, что нормально. Вот. И вот тогда, но вы все-таки, у вас есть адвокат, он ходит там туда-сюда, пишет, а если еще у меня доказывает. Деньги есть, у меня хороший адвокат. А если нет у вас денег, мы вам поможем, вы вот у нас будете, вы это бесплатный адвокат, и будете вам помогать. Бесплатный адвокат, мне кажется, не очень будет. Будет. Но будет. Не очень. Конечно, не очень, но будет вам бесплатный адвокат, будет. Будет. Если у вас денег нет, государ... у нас же демократия, будет вам адвокат. Только у него хороший адвокат, а у вас какой будет? Так что после этого, значит, вот бывают такие случаи, потом вдруг у следователя появились неустранимые сомнения, и он, когда ничего у него не получается, надо же выходить к прокурору, он потом говорит, что есть неустранимые сомнения, у меня появились неустранимые сомнения. А неустранимые сомнения трактуются в пользу кого? Обвиняемого. Нет, в пользу обвиняемого. Поэтому мы вас выпускаем. Все, снимаем, идите отсюда. Потому что надо другого посадить. Вы ни в чем не признались, толку у вас никакого. Чем судить не будем. Но вас могут довести до суда, а все это время будете сидеть. Сколько можно просидеть в СИЗО? Как вы думаете? При демократии. Да, больше можно. 5. Почему 5? Потому что, значит, там вот норма месяц, но с разрешения районной прокуратуры можно продлить до 3. А дальше? Но! И так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Нет, это где-то 2,5 лет, вы совершенно правильно сказали. Вот, а дальше вы попадаете в суд. А дальше вы болеете. Потому что вы не нагуляли так по парку, а сидели в СИЗО 2,5 года. А раз вы болеете, ну, значит, подождем до вашего выздоровления. А вы проситесь в военно-медицинскую академию или вы там в первый мед. А эти считают, что вот тюремная больница, пожалуйста, операцию там вам сделать. А вы не хотите. Ну не хотите, как хотите, сидите. И так, и там 2,5 года. Наконец, вас вообще, вы так уже стали опасны, что вообще вас даже в суд не надо вести. А потом вы больной, чего вас это трогать, вы больного. Просто вам камеру поставят здесь, и вы на суде будете присутствовать в виде камеры. Это все демократия. То есть, вот, пожалуйста, судиться можно и так. То вы остаетесь там у себя в камере, а вам ставят камеру вот такую, и вы
выступаете на суде, вопросы задаете, вам задают вопросы. Ну, просто с использованием суверенности, вам должно это очень понравиться. Вот. В итоге, бывают такие случаи, потому что демократия, потому что все-таки правда восторжествовала. И вот на суде, через 5 лет, когда вы отсидели, судья объявляет вам, что вы невиновны. И тогда прокурор, я сейчас вам рассказываю, я профессор по кафедре экономики, я вам рассказываю, я все это читал. Очень так сугубо. Он объявляет, выходит так, уважаемый, государство, в моем лице, государство приносит вам извинения. И вы имеете право подать на компенсацию. Вам если не надоело судиться еще с государством? Если еще у вас еще какие-то нервы остались, и еще сердце у вас не окончательно разрушено, то вы можете начать судиться за компенсацию, потребовать там 3 миллиона или 4 там, и так далее. Возможно, вы и доживете до этой компенсации. Возможно, что и нет. Потому что это места не такие хорошие. Но вы уже будете на свободе. Ну, вот можете посмотреть, портрет был в СИЗО до того и после того. Какой попал в СИЗО, это все вот вы были не осужденные. А может быть и другой вариант. Все равно вы сидели уже 5 лет. Как вот решают суды? Ну как-то надо вот своим братьям-то помогать прокурорам. Значит, даем вам 5 лет, и красиво у вас. 5 лет ровно. Тютелька в тютельку. Я освобождаю вас вот. Нет, сейчас. День за два. Как бы можно 2,5 года дать. Да, хорошо. 2,5 года дать. Но если вы отсидели 2,5 года, вот я вас как судья освобождаю красиво. Тут с вас, вот вы из клетки вас выпускают и снимают эти самые наручники. И вы красиво садитесь так. И все. Суд закончен, справедливость восторжествовала. Вы свое отсидели, вы полностью свободны. У вас претензий есть к суду? Нет. К следствию, к нему? У вас, наверное, нет. Но если есть, судите снова. А бывает так. Вот сейчас освободил судья, как с Шутовым было. Через 15 минут вламывается бригада с этими наручниками и с прочим, хватает вас за ноги и начинает и показывает по телевизору. И голова у вас по этим ступенькам. Ну, вроде так это не предусмотрено законом, но и не запрещено. Но они могут вас, а может вы сопротивляетесь, чтобы вы не сопротивлялись и не противодействовали, так сказать, так не особенно нежно с вами обращались. Вообще эти группы захвата, они нежно не обращаются. Это везде они не обращаются. Ни в Америке, ни в Англии, ни в России. Не надо этого ожидать. Тем более, что вот когда бывает ситуация там вот с боевиками, они же не боевики, у нас же презумпция невиновности. Мало ли что мне показалось, что вы боевик. Поэтому убиты подозреваемые в том, что они боевики. А где это вот то, что мы сейчас разбираем? Ничего этого нету. А если вы их не убьете, то да, они убьют этого самого прокурора, следователя. Да. А смертной казни у нас нет. Смертную казнь сейчас применяют кто? У нас же демократия. У нас отменена смертная казнь, фактически. Юридически она есть, а фактически нет. Значит, вот сейчас выйдете, вас убьют. Может быть. Может меня, не вас. А я... Или вы будете добиваться, чтобы возмездие было, а какое там? Только пожизненное заключение. Каждый преступник знает, что он вас убьет, а его не убьет. Сейчас такая ситуация. Это демократия. А вы все недооцените ценности демократии. А фашизм, он... Вот сразу к вам подошли, кинули туда вот, подожгли и зажгли. Вот то, что было в Одессе. Вот это фашизм. Или взяли, подогнали. С этим не спорю. Я говорю, что да трагедия, то, что было на институции. Да не трагедия. Вы все... Не на трагедии, это фашизм. Не надо путать одно. Не надо, трагедия – это не наш жанр. Это мы этим не занимаемся здесь. Вот сейчас мы наукой занимаемся. Трагедия – это для... Вот... Ну, фашизм тоже ярлыки клеить. Фашизм – это не ярлыки. Вообще ярлыки надо клеить. Если вы не будете клеить ярлыки, у нас люди отравятся все. Только потому, что клеятся ярлыки на лекарства, только поэтому вы не умираете от их потребления. Обязательно надо клеить ярлыки. Наука, вот это клеение ярлыков, это первое научное требование. И потому что истина, знаете, что такое? Не знаете, сейчас скажу. Истинное соответствие понятия объекту. То есть надо подобрать такое понятие, которое соответствует объекту. Это истина. Под выражение «клеить ярлыки»
означает, что если вы не тот ярлык, приклеили на нужный объект. Не тот. Если вы взяли, вот у вас денатурат был, или у вас метиловый спирт, а вы приклеили ярлык, этиловый спирт, вот это да. Вот что имеется в виду под выражением в языке, в русском, клеить ярлыки. А если вы не будете клеить ярлыки, и не будете там, где спирт, писать спирт, а где метиловый, писать метиловый, боже упаси, не наклеить ярлык. Это преступление, если вы не наклеите ярлык. И все вот эти все опасные, вредные там и прочие наркотические вещества обязательно с ярлыками. Еще на них это и предупредительные надписи и так далее. И все мы с ярлыками. У меня ярлык что? Я профессор. Профессор по кафедре экономики. Это ярлык. А что это такое? И за этот ярлык, так сказать, он только дается на основании того, что я на этой кафедре работал. И дает его ученый совет, а потом в высшей аттестационной комиссии. А вы ярлык, что вы слушатель второго курса магистратуры. Для этого надо было первый, надо это все было закончить 4 года, для этого учиться, тогда это ярлык получите. Это же ярлык. А ярлык, если вы помните, на княжение давали в России. Поедете туда, в ханство, и получите ярлык, чтобы в Владимире вы будете. Поэтому это вот правильно, что это вспоминаете. У меня только одна поправка, что вы должны к этим вообще, и к словам, и прочим относиться так. То есть, вот я и сказал, что не надо этих фа, антифа. Вы возьмите понятие и измерите, есть соответствие. Вот если есть открытая террористическая диктатура, это фашизм. Не просто, а просто зверство. Если на кол посадят, это фашизм. Это тоже не мягко. Что, не сажали на кол у Древней Руси врагов? Сажали. Противник все посадят. Что, это лучше, что ли, чем расстрел? Не лучше. А четвертование, а колесование? Вон, это посылали везти Суворова, чтобы он вез Пугачева. Пугачева-то как с ним расправили? Четвертовали. Четвертовали? Это не очень здорово. Это все по закону. Но это по закону. Я-то вот как раз я мысль хочу вам довести. Какой закон? Вот есть такой период, есть такие законы. Вот буржуазная демократия, вы можете ее любить, можете ее не любить, но у нее есть законы. Это законы буржуазной демократии. Они позволяют до известной степени как-то уменьшать злоупотребление. Почему буржуазия, монополистическая буржуазия Америки и Англии, которая там не более мелкая, чем германская, она более крупная, правильно? Она стала воевать с фашизмом. Потому что этот придет, бесноватый, и неизвестно, что он будет рабочих убивать, служащих будет убивать, он возьмет и убивать будет тех же самых капиталистов, кого угодно. И его не остановишь. Поэтому нет там никакого контроля за ним, за этим самым. Гитлер тоже, что он сделал? Трагедия получилась. Для чего? Для Германии, для других всех стран. Потом была культурная страна, и они сюда так приезжали. Там тоже были законы, понимаете? Нет. Что? Нет. Нет. Тоже парламент не проголосовал. Нет, да, нет, нет. Скажем. Парламент уничтожен, партия уничтожена, кроме одной. Нету прямой, открытой террористической. Что такое открытая террористическая диктатура? Во имя Германии вы можете любого убить. Убивайте русских, там, поляков, евреев, убивайте. Коммунистов третьи, убивайте. Ответственность есть? Нет. Вот сюда приезжают, говорят, мы вот у нас старинная демократия. Конечно, у вас, говорю, старинная. Но у нас абажуров не делали из человеческой кожи. Единственное, вот у нас мы как-то не дорабатывали со своей демократией. И зубы не выдергивали золотые там, и из волос не делали диваны. Но это же было. И сейчас мы то, что мы наблюдаем там, взяли, поубивали мирных жителей, закопали. Связали им руки, убили. Есть такая вещь, как информационная война, которая сейчас идет. Нет информационной то, войны, дорогой товарищ. В Украине, возникло благодаря... Ну, я есть просто своя позиция, понимаете, да? Я всем разделяю вашу точку зрения. Вы неправильно понимаете нашу демократию. У нас государственный университет, у нас диктатура. Да. Вот. Никто вашу позицию знать не хочет. Я вам честно и откровенно, государство – это сила подавления. Я поставлен от государства, чтобы подавлять, чтобы вы, ваша задача, значит, знать эти понятия, а потом вы можете где хотите высказать свою позицию. Никто вашу позицию не отберет, вы не расстраивайтесь. Кто вам может... Ну, сейчас вот сейчас закончится, и вы пойдете и будете эту позицию где угодно излагать, правильно? То есть не бойтесь за свою позицию, но я-то вас призываю... Уже закончилось, как 4 минуты. Вот а это, вот. Не нарушил. А у нас начинается диктатура открытая теперь, террористическая. То есть надо...
формулировать, потому что я вам сразу под занавес даю формулировку, что такое война. Можете записать. Война – это вооруженная борьба. Вот если эту точку поставить, то под нее подойдет и стрелка, и бандитские разборки, и так далее. Нет, вооруженная борьба классов, наций или государств. Классов, наций или государств. Если классов – это гражданская война. Если нации – это национальные войны, в том числе национально-освободительные. Государства – обычные войны. А информационные войны, чтобы довольствие журналистов давали, по законам военного времени. И они всегда приходят и раньше завоевывают города, чем те первые, эти самые эшелоны воинские, которые ворвались в город. Это я эти случаи знаю из рассказов фронтовиков. У меня вот был коллега, которому 4 книги написали, вот прямо мне рассказывал. Так что, как фигуральное такое выражение, у нас форменная война, то есть не война, когда говорят. Понимаете, у нас сейчас с вами была, сейчас вы заметили, у нас сейчас была прям война сегодня. Ужас. Вы в меня пушками, я у вас градом. Да? То есть можно сказать, то есть я не хочу сказать, что если человек сказал слава Богу, это запрещать надо. Это не значит, что он верующий. Но когда мы с вами сидим на занятиях и разбираемся, то, что вы от меня можете получить и должны получать, чтобы я вам дал научную трактовку этого дела. А что вы с ней будете делать? Объясняю. Владимир Ильич Ленин приехал в Казанский, в Санкт-Петербургский университет. Его же, он был в Казанском, потом его оттуда выгнали за революционную деятельность. Он подготовился, приехал сдавать экстерном. Не сидеть 4 года, как вы, а приехал и на юрфак сдал все экзамены на отлично, при том, что, как вот вы правильно говорили, но тоже было свое мнение, не такое, которое записано было вот в всех этих учебниках, законах и так далее. Да? И уехал, и занялся своим там другим, и отставить свое мнение. И я вам то же самое советую. Вот вы послушали, что я вам сказал? Я же вам определение даю, а не просто с вами разговариваю. Я даю вам определение. Вы найдете лучшее определение? Счастливый путь. Прекрасно, если вы найдете лучшее. У меня коллега говорит, найдете лучшее и дешевле. Это же прекрасно. То есть никак я в принципе вас сковать не могу, она же все это демократия. То есть вот пока вы тут сидите, вроде я тут старший, вы тут младший. Как только вот сейчас, все уже вот 5 минут назад звенело, вы вообще можете меня не слушать. Сейчас встали, повернулись и ушли. Это вообще не нарушение дисциплины, имейте в виду. А вы не воспользовались демократической вас свободами. Поэтому я не только сам виноват, но и вы виноваты в том... Репрессировать меня потом сможете, я человек зависимый. Да, да, да. Зато вы можете потом не здороваться после экзамена. Это как-то сомнительное преимущество. Вот. Ну и я думаю, что вот такой образ наше занятие, он вполне благоприятный, потому что это должно быть как-то не грустно, мы же выясняем. И поспорить и можно, и нужно. Тем более вы конфликтолог. Что-то вы со мной слабо конфликтуете. Я же на вас наезжаю. А зачем я на вас наезжаю? Чтобы вы на меня тоже как-то так... Я вам что, запрещаю на меня нападать? Ни в коем случае. Пожалуйста, продолжайте. Пожалуйста, нападайте. Ну, я только буду тоже отвечать. Правильно? У нас же идет тренировка. Вам какой нужен спарринг, партнер? Слабый или сильный? Сильный, конечно. Ну, так и что, вы удивляетесь тогда, что я на вас нападаю. И буду нападать и дальше. Но у нас цель-то у нас противоположные интересы или общие? Общие. Общие. И вы больше заинтересованы в своем обучении, чем... Я тоже заинтересован. Скажу, кстати, какие люди вышли, это мои. Я тоже заинтересован. Давайте не будем об этом забывать. Хорошо, спасибо. Спасибо. Всего вам самого доброго. Успехов. До следующего раза.